Всем привет! С вами канал Нафаня. Сегодня я покажу еще два микроробота. Вот этот микроробот, как вы видите, у меня был уже в одном из моих микросамоделок. Вот такой вот робот. Сейчас мы покажем подобный им. Так, создаем первого робота. Для него нам нужно вот такие вот 5 пимпочек. Вот, серенькие. Вот такие вот 4 детальки. Вот такие вот 2 детальки. Вот такие 4 детальки. Такую одну детальку. Бинокль. Одну такую детальку. И одну такую. Ну что ж, начнем. Берем эту детальку. Крепим на нее вот эту детальку. Вот так. Потом берем еще же такую же самую детальку, крепим сюда. Эту детальку сюда, еще такую же. Ну, эти 4 детальки мы крепим сюда. Вот у нас так получается. Дальше мы берем вот эти пимпочки и ставим сюда их, вот так. Черненькие. Вот сюда. Вы можете брать их в разных цветах. Как угодно. Вот такая вот конструкция получается. Дальше мы берем вот эту пимпочку, ставим вот сюда, в серединку. Сейчас. Вот так вот. Берем вот эту вот, ставим тоже сюда. Берем вот эту вот детальку. Ой, извиняюсь. Берем вот эту детальку и ставим ее вот сюда. Вот так. Вот. Берем эту детальку сюда, ставим. Вот эту детальку сюда ставим. Вот эту вот сюда ставим. Вот эту красненькую уже по желанию. Дальше вот так вот. Вот так вот. И вот это вот сюда. И у нас получился вот такой вот робот Валли. На таких вот как бы колесиках. И третий робот. Вот такой вот у нас будет. Мы берем вот такую вот детальку. Крепим на нее вот эту вот. Дальше вот такую детальку. Этот робот менее интересней. Вот эту вот детальку. Это опять же по желанию. Ой, извиняюсь. Отпала. Дальше берем вот эту детальку. Вот эту детальку. Дальше берем вот эту детальку. Вот эту. Вот эту. И вот эту. И вот у нас получается такая вот женщина-робот с такой вот фигурой. Ну что ж, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, говорите, какой из этих троих роботов вам понравился. До следующих видео. Пока!